Религия и сила не самое плохое сочетание в этом бизнесе. Нужно действовать осторожно, если не любят конфликты. Кто там? Не подходите! Эй, успокойся. А? Ничего себе! Это ты, 47-й? Мой старый приятель. Я уж думал, что больше никогда тебя не увижу. Вечно вот попадаю в разные передряги. Знаешь, как много меня пытали? Клянусь, я убью следующего парня, который будет меня пытать. Агентство сообщило, что у тебя есть какая-то информация. Мне нужно подобраться к лидерам секты. Ну, конечно, все как всегда. Я же прибыл сюда, чтобы вести наблюдение. Немного расслабиться и прийти в форму. И вдруг это место стало просто кишеть этими... этими, которые хотят убить меня. Ты знаешь, кто они? Ты еще спрашиваешь. Конечно, знаю. Я же все-таки как-никак профессиональный агент. Вчера мне удалось подслушать один разговор. Похоже, лидер секты усилил охрану. Ходят слухи, что кто-то попытается его убить. Они знают, что я уже в городе, но меня еще не нашли. Пока они живы, я не уйду из этой комнаты. Я даже едой запасся, видишь? Так кто твои враги? Два брата из северных провинций. Они знают свое дело. Я встретил их 2 года назад, тогда мы вместе вели дела. Они из очень большой семьи, и оба хорошо владеют оружием. Они знают обо мне? О да, конечно, знают. Но они не верят, что ты существуешь на самом деле. Поверят. А, понятно. Я не знаю точно, где они, поэтому мы, то есть ты, должен убрать этих парней. Они находятся где-то там, в городке. Вот камера. Думаю, ты с ней быстро разберешься. Принеси мне фотографии трупов. Я должен быть уверен, что они мертвы. Тогда я покажу тебе свой потайной ход во дворец. Хорошо. Наверное, их все равно пришлось бы убить. Не переживай, 47-й. Знаешь, никто не будет заносить их в Красную книгу.
Ты принес фотографии. Да, они похожи на тех убийц. Пройди. Вход за одним из магазинов. Сначала убей врача, лидера секты, доктора фон Кампрат, а потом отправляйся в больницу на острове. Лидер там.